Привет, YouTube! Привет, мои старые и новые подписчики! Маску я снял. В этом блоге я хочу рассказать про одного блогера, как Виталий Орехов. В прошлом видео я рассказывал про одних блогерш. Это была Ева Морозова. 2 года, в общем, они ничего не вкладывали на свой канал. Виталий Орехов. Мне просто понравился этот канал, потому что этот тоже канал, по моему мнению, не похож на другие каналы. Вот я сколько смотрел его ролики, я не видел у него ни разу рекламы. И он с хорошим успехом уже набрал 500 тысяч подписчиков. То есть у него уже практически 600 тысяч подписчиков. Я не про это. Я хотел сказать, что этот канал делает реально годноту. И его ролики можно порекомендовать как и детям, так и взрослым. Все ролики, которые я смотрел, они сделаны со смыслом, они не слишком короткие и не слишком длинные. То есть, ну, сделано, в общем, на оптимальное время, чтобы не надоест зрителю. Последний ролик, который я смотрел, это был сериал «Гаражи». Там, в общем, была вторая часть. Короче, за разбитый лоб на колени надо отрабатывать. Как? Если говорить про автора этого канала, то у него образ такого батьки. Здесь вот усы, тут обычно сигарета, военная форма, майка вот эта вот, ну, как знаете, у моряков, в общем, и вот эта вот шапка, короче, военная, или как у охотников. Мне кажется, это здорово получается у автора этого канала, Виталия Орехов. Я надеюсь, что этот канал никуда не скатится через какое-то время, ему не начнут предлагать рекламу и так далее. То есть это будет что-то в духе Бэткомедиан, только немножко в другом направлении. Я смотрел Пру Варс, битва в амбаре. Свихнуться. Очень классный ролик, мне понравился. То есть он сделан со смыслом. Также я смотрел праздничный шопинг про секонд-хенд. Давай, сегодня день Святого Валентина. Прикольно, в общем, сделано. Я рекомендую вам посмотреть. Мне понравился ролик «В чем сила?». Но это отсылка к фильму «Брат». Ну, лихие 90-е. Виталий Орехов. В общем, я рекомендую вам этот канал и подписаться, потому что он делает годноту в русском ютубе. Возможно, это много. Вот скажи мне, админ, в чем сила? Разве в баянах? Я считаю, что сила в годноте. У кого годнота, тот и сильней. Вот и запостил баян, лайков насобирал. И что, думаешь, сильней стал? Нет, не стал. Потому что годноты у тебя нету. А тот, у кого годнота, тот и сильней. Да? Да. Скоро всему вашему бублику кирдык.